Последний раз в жизни пыталась перейти дорогу в неположенном месте 42-летняя женщина. Как рассказал водитель «Лады Калина», под колеса которой она попала, женщина очень быстро выбежала на проезжую часть улицы Мира в неположенном месте из-за деревьев. При этом до пешеходного перехода было около 100 метров. Пострадавшая скончалась на месте. С места трагедии Нафиса Миниязова. Она вообще жива еще была? Да, дышала. Едва успев понять, что произошло, мужчина выбежал из машины и увидел женщину. Она еще подавала признаки жизни, но прибывшим на место медикам все же оставалось констатировать ее смерть. Поленившись пройти буквально пару сотен метров до ближайших пешеходных переходов, а они, к слову, установлены недалеко от места удара и с двух сторон, женщина в буквальном смысле попрощалась со своей жизнью. Как рассказал водитель, она очень быстро выбежала на проезжую часть, и он не смог избежать столкновения. Да и увидеть ее, говорит, просто не было возможности. Она вышла на проезжую часть прямо из-за деревьев, растущих у края проезжей части. Где-то по диагонали получается вот отсюда, потому что здесь открытая площадка, я бы увидел бы ее. Уверяет, что скорость была маленькой, но все же наезда избежать не смог. Я ехал со скоростью маленькой, так, ну здесь я знаю, что впереди 40 километров в час. Соответственно, я начал еще даже сбавлять скорость. Погибшей женщине было 42 года. Она не имела определенного места жительства и скиталась по подъездам окрестных домов, ночуя там, куда пустят. Местные жители ее знали, рассказывают, когда она переходила дорогу, по сторонам не смотрела. В этот вечер правила она нарушила в последний раз. Степень вины 39-летнего водителя «Лады» еще только предстоит установить. Нафиса Миниязова, Константин Бушуев, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.